Приветствую вас. Конечно, мне в первую очередь интересно то, зачем вы ищете работу, что именно у вас не получается и по какой причине у вас нет сил. Вот эти три вопроса меня, конечно, интересуют. Собственно, от этих вопросов и нужно отталкиваться. Понимаете? То есть, если вы ищете работу, то зачем она вам нужна? Ну, вообще, просто для чего вам работа? С какой целью вы ее ищете, эту работу? Значит, ищете ли вы ее для себя, ищете ли вы ее, потому что вы хотите работать, ищете ли вы ее, потому что вам нужны деньги, и это как бы совсем разные вещи, в общем-то, да? То есть, ну, одно дело, когда человек ищет работу, потому что, потому что ему нужны деньги, вот, и совсем другое дело, когда человек ищет работу, потому что, ну, ему нужно себя реализовывать как-то. Понимаете? Ага, может быть другая история, что работу вы ищете, потому что так требуют ваши родственники, например, близкие. Может быть, такая история. То есть все вот это вот в любом случае нужно разбирать, для чего вы ищете работу. Потому что, как правило, если человек не может найти работу, значит, либо он много вкладывает значение в поиск работы. Ну, она для него просто очень важна, чересчур. Это первое. Второе. Человеку очень нужны деньги. Это второе. И третье. У человека есть какие-то внешние факторы, которые заставляют его эту самую работу искать, по мнению человека. Вот. Вот, соответственно, если значение, ну, то есть, если вы чересчур много значения вкладываете в работу, то нужно определить, какое именно значение. Ага, если... Да, и значение разгрузить нужно. Если вы работаете над тем, чтобы получить больше денег, то здесь просто расчет. Работу можно брать любую, абсолютно, лишь бы получить деньги. Вот. Ну, естественно, можно, можно искать ту работу, которая интереснее, да, которая приятнее, но если вас интересуют именно деньги, то я думаю, что характер работы
это не то, что может быть важно. Но не то, что на первом месте. Вот. То есть работа может быть в принципе любой. Да? Абсолютно любой. Какую вы выберете. Например. А, дальше. Если внешние факторы, да, какие-то, ну, внешние факторы, например, родственники, там, хотят, чтобы вы работали, например, или давят на вас, что, ну, вы должны, по их мнению, работать, то тут уже нужно разделять. То есть, чего хотите вы, чего хотят они. Вот. Это важно. Это очень важно. Ну, просто потому, что это не вы, как бы, уже в этот момент, когда ищете работу не для себя. Вот, я думаю, что именно так можно вам ответить на вопрос по поводу работы. А дальше. Если мы говорим о том, что у вас ничего не получается, то здесь, в принципе, тот же подход, что и к работе. То есть вот, если что-то не получается, да, то что именно не получается? Из-за чего не получается? Что хотите? Какие ожидания? Ждете ли вы, что у вас будет, ну, какой-то эффект? Отдаете ли вы себе отчет в том, что, ну, могут быть ошибки у вас, что могут быть какие-то проблемы? Ну, вот. Ну, просто любые проблемы. То есть, готовы ли вы к этому? Именно сами. Сколько сил вы тратите на то, чтобы получилось то, чего вы хотите? Вот. То есть, мне кажется, что вот такие простые моменты, они помогут вам лучше определить то, что, ну, вот, вас беспокоит. Понятно, да? О чем идет речь? Я надеюсь. Понятно. Дальше. Значит, следующий момент. Это момент, касающийся того, что нет сил. Нет сил – это апатия. Апатия – это влияние на вас нескольких центробежных сил. То есть определенные силы, определенные векторы сил влияют на вас, ну вот, определенным образом. То есть, как бы, тащит вас в стороны, в разные стороны. Вот. Ну, как это видится мне.
и соответственно, нужно, чтобы вы определили для себя, что это за силы, какие силы, значит, отвечают там тому, чего вы хотите. Какие силы не отвечают тому, чего вы хотите? Что вам полезно из этих сил, а что нет? Понимаете, какая история? Я думаю, что вот именно так вам нужно рассмотреть ситуацию, то есть давление, какое вы испытываете. Значит, ну, по поводу чего давление вы испытываете. Понимаете? Мне кажется, что это важный момент. Потому что если у вас нет сил ни на что, это значит, что есть апатия. И апатия — это, ну, довольно серьезное такое состояние. Вот. И, соответственно, его нельзя игнорировать. Апатию нельзя игнорировать. Если у вас есть апатия, значит, есть, соответственно, раздирание на части вас определенными векторами. В результате чего рождается напряжение. И поскольку вы, вероятно, не справляетесь с напряжением, да, ну, потому что тяжело справиться, когда на вас очень много всего давит, вот, то вы и оказываетесь в этом состоянии, когда нет сил. Соответственно, с каждым из состояний необходимо разбираться отдельно. С работой, с тем, что ничего не получается, и с тем, что нет сил. Вполне возможно, что это связано, ну, между собой, вполне возможно. Но, может быть и нет. Может быть и не связано. Поэтому, в любом случае, вне зависимости от того, связано это или нет, с этим надо разбираться. Вот. Я хотел бы, чтобы вы определили сами, какой помощи вы хотите. То есть вы говорите, помогите. Мне интересно, вот, значит, мне интересно то, скорее, что вы сами готовы сделать для себя. Что вы сами готовы сделать, чтобы помочь себе. Потому что как бы вы не ждали того, что психолог за вас все решит. Мне не кажется, что это правильно,
позиции. Потому что мы можем вам помочь, именно помочь, но решать вы и действовать будете сами. Вот. То есть тонкость вся именно в том, что вы готовы делать. И что именно вы готовы предпринять. То есть вот написать на сайт, да, небольшое сообщение, буквально одна строчка, это, ну, мне кажется, не очень достаточно для того, чтобы решить проблему. Значит, проблему работы. А как думаете вы, как вы считаете? Поэтому я полагаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, если оцените его. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.